Доброго дня, дорогие подписчики! Сегодня мы с вами будем играть либо на обезьянку, либо на непонятного носорога. Ну, попробуем, наверное, на обезьянку, так как я давно ее хотела попробовать, но она всегда была так сильно утоплена, что ее невозможно было даже вырыть оттуда. Сейчас вот она более-менее отрыта. Ох, ребятушки, смотрите, как нам сегодня повезло просто. С первой попытки мы ее вытянули, ребят. Но это, конечно, слов нет. Просто слов нет. Не зря сегодня зашла. Обычно я не играю по выходным, ребят, так как меня здесь по выходным не бывает. Но вот решила, думаю, да, дай-ка я зайду. Кошка-носорожка. Но теперь он не возьмет. Так что я закинула просто на 5 попыток. Ну и, честно говоря, так сильно играть уж не очень хочется уже теперь. Вот, попробую маленькую котейку. Ну, того пока не отрыли у стены. Хотя, может быть, его можно было попробовать. Посмотрим, дойдет до него аппарат или нет на самом-то деле. Вот до того вот мунтропа не доходит. Котейка тоже скользкий. Здесь больше пробовать некого. Все такое большое, огромное. Завалистое. Вот. Так что попробую котейку. Он троп, пусть, значит, он там лежит до лучших времен. Повезет, не повезет. Но надо же, с первой попытки мартышку вытащили. Это, конечно, такое редко бывает, ребята. Ну, короче, мелочь не тянется, как и обычно. Дракона освободили, он. Ну, честно говоря, не особо хочется. Еще раз попробую котейку. Не знаю, бегемота могу попробовать. Хотя не, бегемот не доходит. Все утопленное, все. Зарытая, подрытая и перерытая. Пробую маленького котенка последний разочек. Так бы могла бы за 10 рублей, конечно. Но ладно, за 50 тоже хорошо. Так, ну-ка полезли, посмотрим, кого мы вытащили на сегодня за 10 рубликов. Так, вот какого милоша, ребята! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч. Пока-пока.